компания Samsung одной из последних присоединилась к гонке за лидерство на рынке двухсимных устройств, выпустив модель серии Galaxy S Duos. Дизайн и оформление девайса знакомы всем поклонникам галактической линейки производителя и перекликаются с флагманом Galaxy S3. Передняя панель покрыта защитным пластиком. Над 4-дюймовым дисплеем расположены фронтальная камера, разговорный динамик и датчик приближения. Под экраном традиционно находятся аппаратная клавиша «Домой» и две сенсорные «Меню» и «Назад». Для укрепления конструкции по всему периметру смартфона пущена серебристая окантовка, на гранях которой разместились качелька регулировки громкости, стандартный аудиоразъем, слот для карт-памяти microSD, кнопка включения и разъем microUSB. Задняя крышка аппарата выполнена из матового, слегка шероховатого пластика, благодаря чему устройство хорошо лежит в руке. Там расположен модуль основной камеры, светодиодная вспышка и еще один динамик. Под крышкой открывается доступ к двум слотам для сим-карт, одна из которых залочена на работу в сетях третьего поколения, но стандарт GSM поддерживает обе симки. Радиомодуль здесь один, так что при активном вызове на одну из карт, вторая автоматически переходит в режим переадресации. Среди коммуникационных возможностей S-DOS стоит отметить наличие Bluetooth, Wi-Fi, GPS-навигации, поддержки сетей 3G и возможность создания мобильной точки доступа. Дисплей Galaxy DOS выполнен по технологии TFT и по ощущениям ничем не уступает IPS-матрицам. Хорошие углы обзора, цветопередача и контрастность, что положительно сказывается на просмотре видео и чтении. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4 версии, с фирменным лаунчером TouchWiz и рядом программных улучшений и виджетов. Развлекательная составляющая устройства представлена всеядным мультимедийным плеером, FM-радиоприемником и 5-мегапиксельной камерой. Стоит отметить также хорошее качество снимков, запись VGA-видео и массу режимов для съемки. Аппаратная часть смартфона построена на базе одноядерного процессора и графического ядра Adreno. Встроенной памяти 4 ГБ, но имеется также слот для карт памяти. Емкости литий-ионного аккумулятора Galaxy S Duos на 1500 мАч достаточно для полноценной работы в течение суток. Samsung Galaxy S Duos – это добротно собранный аппарат с современной версией операционной системы Android, красивым интерфейсом и хорошей камерой. Смартфон станет полезным приобретением для тех, кто желает всегда оставаться на связи и не прочь сэкономить на разговорах с разными операторами.